Всем привет! Сегодня у нас пришла вот такая вот посылка. Это тапки Xiaomi. Пришла она быстро и покупались на GearBest. Давайте распакуем и посмотрим быстренько, что же нам пришло. Покупал я размер 270 мм. Там было два размера, 270 и 280. Одни светленькие были, а вторые вот такие темненькие. И я решил взять... темные. Давайте посмотрим. Такая вот упаковка, дышащий пакет на молнии. Какие-то бумажки. Бумажки причем ничем не приклеплены. Так, 41, 42, 270. У меня нога 265 сантиметров. Мягкая такая. Вот, ну, One Cloud We Feel With You. То есть, ну, чтобы это было Xiaomi, я не вижу никаких... опознавательных признаков. Вот такие вот здесь надписи. Ну, скорее всего, какая-нибудь. Вот. Смотрим на наклеечки, что это у нас здесь. Вот такая вот. 100% чего-то там. Ну, на китайском я ничего не понимаю. И вторая... с attention'сами, но она тоже на китайском, и я опять же ничего не понимаю. То есть 1, 2, 3, 4. Вот, и давайте посмотрим. Такой мягкая, очень мягкая, ну, приятная. Вот, выглядят они, конечно, неважно, но, допустим, в баню ходить. Вот, ну, мягкие надо сейчас померять. Вот так выглядят. Вот, ну и здесь никакой эмблемы, что это Xiaomi, нет. Так, давайте мерить. Размер мне подошел, но давайте вот так посмотрим с этой стороны. То есть как раз на меня, то есть 265. Если будет нога 270, то они будут маловаты. Но вот здесь мне немножко жмет. Они мягкие, как бы, и не критичные. Я думаю, там немножко они подтянутся. Вот, но есть такое, как бы, не совсем приятное чувство, что вот здесь вот мне немножко давит. Ну, выглядят вот так. Конечно, не супер-мега красиво. Ну, допустим, там в сауну, в баню ходить отлично подойдут. На море, на пляже пощеголять в таких, ну, я не думаю, что... Хотя, вот, но очень приятные, мягенькие. Немного поскрипывать, когда ходишь. Итак, тапки мне понравились. Ну, конечно, дизайн у них такой более старческий. И, ну, для более взрослых людей, я бы сказал. Вот. Для молодежи нужны посовременнее, чтобы выглядели. Потому что, ну, действительно, выглядят как на вот эти вот обычные тапочки. Бабульки обычно ходят в таких, ну, в тапочках такого дизайна. Но здесь материал очень мягкий, такая приятная на ощупь резина. Или я не знаю, как ее там назвать. Вот, очень-очень приятные, они гнутся вот полностью. Вот, для бани самое оно. Вот, как раз для бани не нужны там модные какие-нибудь сланцы, в которых нога будет скользить, а здесь она не будет даже мокрая скользить. То есть здесь все отлично, и нога хорошо держится, и здесь вот эти вот выемки, я так понимаю, для косточек ноги, вот, если они там выпирают. Вот, ну, более для взрослых людей, то есть для мам, для бабушек. Вот здесь вот у нас видно, резина не обрезанная. Вот, ну, как-то так. Как-то так. Покупал на GearBest, ссылка будет в описании. До новых встреч и удачных покупок!